Синоптики обещали дождь, однако он прошел накануне вечером и ночью. Ясная погода установилась еще до обеда. Такую или похожую картину в субботу можно было наблюдать практически везде. На субботник в буквальном смысле вышел весь город. Дали кусок территории, мы просто убираем всякий мусор, не нужны, ну, пакеты, там, кирпичи, все это. Настроение отличное. Этот мусор с относительно небольшого участка. Его собрали примерно за полчаса работы. В администрации рассказали, что ближе к выезду из города обнаружили несанкционированную свалку. Чтобы ее убрать, пришлось вызывать два КАМАЗа. Физкультура и спорт, высокий берег. Сотрудники управления физкультуры и спорта горадминистрации прошли порядка 4 километров и собрали не менее полутонны мусора. Недостатка в тяжелых предметах не было. На этом пустыре оказалось много строительных отходов. Мы должны помогать городу. Во-первых, это наш город, любить его и ухаживать за ним. И независимо от того, есть у нас нерадивые там строители, застройщики или те, кто приезжает, гости или жители города. Мы должны своими силами, в общем-то, поддерживать эту чистоту, чтобы было у нас красиво, уютно и самим приятно, когда в город выходишь, все равно чисто. И гордость за наш город, что мы живем в таком прекрасном, чистом городе. Около 150 сотрудников администрации города в буквальном смысле шли цепью по пляжу в районе станицы Благовещенской. На каждого приходилось в среднем по метру прибрежной территории. По центральному пляжу и вдоль Пионерского проспекта шли около 30 сотрудников муниципального предприятия «Объединение курортных услуг». Получилось, что на каждого пришлось примерно по сотне килограмм вывезенного мусора. Каждый год море выбрасывает всякий мусор, который приходится убирать, чтобы наши гости были довольны чистым пляжем. Люди приедут отдыхать, им должно быть комфортно на нашем курорте, чтобы приехали еще не один раз. В Благовещенской занимались благоустройством. Здесь на 500 метрах были многолетние заросли. Трактор предоставил глава сельского поселения. На солярку скинули всем миром. Инициатива принадлежала местному ТОСу. То, что вы сзади меня видите, то же самое было и в протяжении 2 почти километра. Все на такое, вот только такое. Мы это расчистим для жителей, сделаем спортивную площадку, парк, чтобы и жителям, и отдыхающим было где комфортно отдохнуть и пройти даже к пляжу, чтобы хотелось идти именно вот по этой дороге, по нашей. В администрации города сообщают, что по предварительным данным на всекубанский субботник вышли 9 тысяч анапчан. Глава курорта Сергей Сергеев поблагодарил за активную гражданскую позицию тех, кто доказал, что любит свой город не на словах, а на деле.